Шайтана маг! Кто таких страшилка вообще берет? Ужас! Отлично отдохнула! Теперь за работу! Ио! А ты еще кто? Консультант Айчо Чмек? Нам уборщица не нужна! Эй! Прррррр! Менен консультант! Ты че такая бойкая? Кичиба! Желтая! Да чтоб твои брови срослись не вот так, а вот так! Я пошла, но я еще вернусь! Здесь главное. Эй, девушка, чё хотел? Нет, я мальчик, я слышал, что у вас новое поступление. Какие новинки пришли? Вот, страшилки пришли. А чё ещё надо? Новая коллекция хавдуйбу. Вот такой бубу? Вау, Моника! Но этот очень дорогой, тебе не хватит. Но зато есть акция. Один плюс один. Вот на этих тебе точно хватит. Голова, ноги, руки, бар, а вот тела нету. Это же крейт-монстры. У меня таких нету. Давайте, я куплю. На, бери. Слушай, ты так на мой дочка похож. А щечки какие наливные. Рахмет апай. Приходи в магазин Лемур Кидс. Сау болнес. Всем привет, с вами снова я, Вика. Как вы поняли, сегодня мы распакуем два набора Крейта Монстр. Пчелка Бизи и Зум и девчонка Призрак. Коробки уделять время не буду, потому что здесь ничего особенного. Это те самые Крейт Монстры, которые продавались в 2013 году. Большая редкость. Но мне повезло, и как вы видели, я их купил у консультанта Айчурек. По акции 1 плюс 1. А теперь мы распакуем наши два набора. Пчелка меня поранила. Вот почему Мотел убрали эти гребаные крепежки. Бизи мы освободили, а призрака я почти собрал. Но где же мы возьмем желтое тело для нашей пчелки? К счастью, у меня есть дополнение для набора Monster Maker. Hey, уличный мейкер. Monster Maker. Откроем, и что там лежит? Собственно, желтое тело. Вот я и собрал двух монстров. Это девочка-призрак и пчелка Бизи и Зум. Если честно вам сказать, они меня не впечатлили. Вот так вот. Но вам, наверное, интересно, почему? Что мне не понравилось после распаковки призрака, это ее короткая стрижка. Наверное, я к такой не привык, но благо это крейт-монстры, и можно снять этот паричок и одеть от дракона. И у нее будут роскошные длинные волосы. Кто-то видел призрака с длинными волосами? Ей очень идет. У Бизи тоже проблема обстояла с волосами. Это ее челка, но сейчас она распущенная, и мне кажется, ей так лучше. Жалко, что на телах Monster Maker нет отверстий для крыльев. Но теперь вы поняли, сколько морок с этими крейтами. На эти деньги я мог купить полноценную куклу, но... Я купил их. Ага, хани. Мне кажется, пришел момент, чтобы показать вам всю мою коллекцию Крейт Монстр. Думаю, вам будет интересно. Вот моя безумная коллекция Крейт Монстр. Если вы коллекционируете кукол Monster High, то я могу их посоветовать в том случае, потому что они уникальные. У каждой есть своя особенность. Каждый крейт уникален по-своему. А если вы новичок в коллекционировании кукол, то я не советую тратить на них деньги. А сейчас пришло время прощаться. Спасибо за просмотр этого видео. И у моей сладенькие, не забудьте поставить лайк. Подпишись на канал, а иначе к тебе придет консультант Айчурек.